Друзья, всем огромный привет из Польши. Сегодня идем с вами в Пепко, посмотрим на новую коллекцию, а также на цены, что немаловажно сейчас, особенно перед сентябрем. Так, тут с новой коллекцией 15 злотых, получается за одну штанину 7,50. Вот такие неплохие, кстати, неплохое качество именно вот этой одежды. Итак, вот такие детские штанички, тоже за 10 злотых можно купить. Вот. Вот такого плана тоже штанишки с овечкой. И вон там еще какие-то красненькие есть, тоже за 10 злотых. Динка-то вот у нас. Так, здесь у нас еще вот такие прям комплекты за 25 злотых. Удобно, что здесь и леггинсы, сразу же и кофточка есть. И такие классные, кстати, дождевички с подкладом. Неплохие. Ну-ка, сколько? 40 злотых с кармашками. Тоже неплохие. Так, здесь у нас тоже платье. И сразу же с леггинсами идет. Очень удобно. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 20 злотых. Получается и платьишко за 10, и леггинсы за 10. Здесь у нас вот такие платьишки за 25 злотых. Если надоело одевать ребенка в розовый, то можно вот такие вот, такой расцветки выбрать. Неплохое, оно уже тепленькое, уже не на лето, а на легкую такую весну, видите, с таким подкладиком. Здесь еще у нас остались летние такие юбочки. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 10 злотых. Тебе нравится собачка, да? Вот такие за 20 злотых платьишко. Здесь вообще за 10 злотых, можно сказать, даром платье. Правда, без рукавчика, но ничего. Вот такое симпатичное, кстати, с Микки Маусом. 25 злотых. Ой, что-то там моя девочка нашла. Очень красивая, да? Красивенькая. Вот такое тебе нравится? Хорошо. Ложи в корзинку. Кстати, я еще здесь увидела вот такие, как их они, пледики. И всего лишь 40 злотых стоит. Смотрите, вот такое. Очень классный. Я вот даже подумываю взять такой. Как раз самый больший размер получается здесь 98. Вот. Так что мы еще пока что подпадаем. Ну, прям впритык. Так что не знаю, брать, не брать на эту весну. В общем, еще подумать надо. Так, у нас тут поиск юбки. Юбка всего 6 злотых. Вот прям вот вообще. 6 злотых. Обязательно подпишу курс доллара. Постараюсь не забыть. Вот такая красивая. Ну-ка еще вот штанишки. Штанишки 20 злотых. Да, что-то совсем на маленьких. Вот здесь у нас, да, на всех, на совсем на маленьких. Вот 92 за 25 злотых. Да, доченька, я покажу. Вот такая кофточка. Тоже с наподобие с Микки Маусом. Они тут идут две в одной расцветке. 25 злотых, считайте, вы экономите. Вот такая вот тоже неплохая. Подожди, зайка. Тут для, все для маленьких, для дедющей. 74, вот, пожалуйста, 15 злотых. Вот такие. Для совсем маленьких. Тут и для мальчиков такой же примерно ценовой сегмент. Итак, здесь у нас вот такие блузки тоже. 12 злотых. Здесь еще вот такие есть. 8 злотых. Вот такой домик на рисунке. Сейчас, зайка. И вот такие вот. Мне нравится сам фасон. Очень неплохо выглядит. С того, что я вижу, 12 злотых. Вот такие вот с длинным рукавчиком. Кофточки. Это тоже вроде как из новой коллекции. Вот 15 злотых. Практически можно сказать, что это свитерок. Вот такая юбочка. Тоже 15 злотых. И розовые также есть. Тоже 15 злотых. Курточки за 30. И разные свитерочки. Пожалуйста. Кстати, классно то, что этот свитерочек удлиненный. Попку будет прикрывать. Для девочек, я думаю, понятно, что это очень важно. Вот, всего лишь сколько? 25 злотых. Ой. Здесь для мальчиков и для девочек разные кепочки тоже. Шапочки, снутики. Ну,
примерно в ценовом таком от 10 до 15-25, наверное, злотых в среднем так. Так, здесь у нас разные сапожки, ботиночки. Здесь вот такие в 40 злотых резиновые ботинки. Просто кроссовки за 40 злотых. Такие для девочек тоже разные. Кокетливые ботиночки, балеточки 25 злотых на тонкой подошве с красивыми бабочками. Такие тоже типа кедиков, тоже 20 злотых. Кроссовки, кстати, неплохие кроссовки. Вот, пожалуйста, 30 злотых. Выбор, конечно, размеров не сильно большой сейчас, но ничего, можно выбрать. Смотрите, какая муфточка красивая. 104 размер, 20 злотых. Красиво под платье какие-нибудь нежные одевать. Я видела, что деток тут так одевают. Девчонок очень красиво выглядит. Такие платьишки тоже уже на более взрослых девочек. 34 размер, 30 злотых. Тоже не так уж и повышается цена с размером. Будет, пожалуйста, 12 злотых. Такое платьишко на более взрослую девочку можно купить. То есть примерно такие одинаковые цены. Вот такое неплохое платьишко на каждый день. Всего 15 злотых. Вот. Вот это покажу вам, раз открыла уже. 15 злотых такое тоже. Так, здесь разные тонкие колготки, либо какие-то разные здесь носки. 8 злотых, 7 злотых, колготки две пары. Можно за 8 злотых взять, пожалуйста, разные. Разная расцветка, выбор. Текстурированные вот такие колготочки. 40 ден можно купить девочкам. В общем, выбор огромный. В Пепка, кстати, в этом вообще хороший выбор. Для мальчиков вот такие тоже штанишки неплохие. Разные куфты. Вот 25 злотых. Вот такой классный. Бой написано. Мальчик. Крутой, кстати, расцветка. Сейчас такая модная. Сейчас везде практически такие расцветки применяются во многих местах. И также носочки примерно в таком же. Вот такие тоже. В Пепке, конечно же, есть еще и мужские, и женские одежды. На этом мы сегодня не будем останавливаться особо, но вот так вот хотя бы слегка пройдусь. Тоже завезли немножко новенького. И вот такие губки, смотрите, сколько они, 2 злотых, получается 0,60 одна штучка. Я, кстати, не брала в Пепке, еще не пробовала. Вау, смотрите, какие красивые тарелки, просто вообще, вау, 5,50, вообще красивые. Есть такая тарелочка, а есть еще большая. И глубокие тоже. Только 12 злотых глубокая. Класс. Просто вообще очень красиво. Мне нравится. А вам как? Мне интересно. Такие большие тоже прикольные. Такие необработанные, как будто бы края. Интересно выглядит. Разные корзинки для хранения. Классные плетеные такие. Ну что, друзья, мы уже вышли с покупочками и будем направляться домой. Благодарю вас за просмотр, показала вам, что есть. В основном то, что было больше для девочек, ну, потому что со мной была моя принцесса. Ну, надеюсь, видео для вас было информативным. Благодарю за просмотр, пока-пока, до встречи, конечно же, в Польше.